Вопрос о кадрах, почему именно кадры перемещаются из одного района в другой, почему это не молодые кадры. Я напомнила о том, что молодые кадры у нас тоже в части муниципального управления присутствуют в свое время. Айрат Харун, который возглавлял Минский район, потом Тимур Нагуман, который заменил. Собственно, Тимур Нагуман в свое время работал в Буинском районе, его заменил также Марат Азапаров, которому на минуточку 36 лет, то есть это тоже молодые все кадры. Но есть понимание президента того, что все-таки руководители районов – это одни из самых опытнейших людей, в связи с тем, что в их компетенцию входит владение и погружение во все темы – от социалки, сельского хозяйства, промышленности, экономики, инвестиций. То есть это люди, которые достаточно широкого кругозора, широко погружены в разные темы. Поэтому всегда очень важное внимание уделяет кадрам именно муниципальным главам. В данном случае перемещение кадров с одной территории на другую, оно видится как усиление, потому что, условно, глава там Фельчинского района, имеющий какую-то наработку, во-первых, финансовый, имеет очень большие наработки в части выстраивания инвестиционной привлекательности региона. И его опыт мог бы быть полезен на той другой территории, куда его переместили. То есть логика принятия вот таких кадровых ротационных решений, она заключается исключительно в том, что наработанный опыт на конкретной территории могут бы проецировать, можно было бы и на другие территории, поэтому в том числе такие опытные люди, они продолжают работу просто уже в других районах.